Хочу сегодня вам показать мой новый сортик. Это совершенно очаровательный сортик. Я очень люблю фиалочки именно такого цвета. Вот они такого, ну я их называю голубыми, голубой цвет. Вот, хотя он, можно сказать, не голубой, ближе как синий, но все равно оттенок ближе к голубому. Вот такая у него зеленая рюшечка, и он постоянно растет. Вот он раскрывается вроде таким небольшим, а потом у нас вот такой вот. Что мне в нем нравится? Компактная розеточка, пестролистная. Цветоносики очень короткие. И создается такая шапочка цветочков. И цветочки очень-очень крупные. Вот. Это у меня сорт мой ЕЛ Морозко. Вот такой вот очаровательный. Это он только начинает цвести. Там еще бутоны есть, но они еще не распустились. Я снимаю, потому что я могу не застать его шапочное цветение, потому что сейчас сезон выставок, очень много работы, и где-то что-то я могу забыть про кого-то, про какого-то красавчика. Вот такие цветочки. Цветочки крупные, махровые. Такая белая тонкая карандашная кайма. Но она растягивается из вот такой зеленой каемочки. Вот. Совершенно очаровательный сорт. Мне очень нравится. Такая пестролистная розеточка. ЕЛ Морозко.